Кипит чайник. Кипит чайник, хочется снять, потому что он весь кипит, кипит. Энергия, да? Вот дети такие маленькие, когда очень энергичные, у них много энергии. И пар они так выпускают, видите, пар выпускают. И поэтому надо открыть таланты, потому что если человек занят любимым делом, а любимое дело соответствует генетике его, вот твоей генетике, и когда ты занимаешься любимым делом, тебе природа помогает. И ты там меньше тратишь эту энергию. Потому что с каждым годом, вот маленькие, они вплоть до того, что все время играют, прыгают, даже котята, даже львята. А по мере возраста энергия уменьшается. Уменьшается, потому что ты часто вынужден ее тратить на силу воли. Когда себе что-то запрещаешь, понуждаешь себя к чему-то и так далее. Да, потому что энергия – это ограниченное число у тебя, зависит от твоих митохондрий, то есть от твоей энергии. Она конечная у тебя лично и у каждого. И поэтому, когда ты силой воли все время живешь вопреки себе, ты тратишь много энергии, и поэтому можешь сломаться. Поэтому каждый человек должен открыть свои таланты. Они есть у всех, у кого какой. Но этим мы и занимаемся, потому что когда занимаешься любимым делом, тебе помогает природа, ты тратишь меньше энергии, потому что ты в соответствии с своей природой. А там меньше тратишь энергии, дольше живешь и более счастливый, потому что у тебя всегда есть, как выпустить пар, как этот чайник.